За 2023 год в Солигорском районе было выявлено 66 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных такси и такси. Из них превышение скорости – 4 факта, 6 – проезд на запрещающий сигнал светофора, 5 – разговоры по мобильному телефону. В 12 случаях водители не были пристегнуты ремнями безопасности. 18 случаев составили нарушение правил посадки-высадки пассажиров. На видео очередной пример нарушения водителям маршрутного такси. В рамках разбирательства данного нарушения водителю вынесено наказание в виде штрафа в 5 базовых величин и на 3 месяца лишения прав управления транспортным средством. В целом в 2024 году уже выявлено 15 нарушений ПДД водителями маршруток. За отсутствие ремней безопасности 6 фактов. Кроме того, если за весь прошлый год было выявлено всего 2 факта нарушения обгона, то за первый месяц этого года уже 1.